выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. Исенник, солык, шотлык, бәхет тілейбіз. Сіз біздің үшін юрген тарих қыласыз. Кургенсіз суғышыны, ошылытыны. Перед СК Баймал Карамовны гости, вручая послание от президента, преклонили сегодня колени. В буквальном смысле, ведь она – человек-эпоха. Родилась в 1919 году. На ее век пришлась коллективизация и войны, голод и лишения. Зур-зур безным президентам Путинам селям хуаты ямы. Мында сізге шунды юбилеяғыз білян бүтін умышлар тіләп поздравления жіберген ямы. Сізге сәлеметлік, исәннік, саулық, шлайтып, матурытып тағын ешәгіз ямы. Всю жизнь трудилась разнорабочая и в колхозе, и потом, когда из Гафурийского района перебрались в Нефтекамск. Это такие годы, такие прожить, как она жила. И я уже, когда был маленький, меня уже на столе вытянули вот так вот. Уже все, конец должен быть. Меня бахат там холган. И кто соседка? Соседка стакан молока пришла. Ели, говорит, подпоили, оставили. В такое время жили. Поздравили юбиляры от имени главы республики, а также от городского совета ветеранов. Нет, она не участвовала в боях, но именно на плечи женщин их поколения легли все тяготы. Аскабаймал Карамовна все выдержала, тихо и скромно прожив огромную жизнь. Вот и сегодня, смущаясь, говорит спасибо всем, кто пришел ее поздравить. Лилия Гарифуллина, Азат Давлетшин, «Время новостей».